Компания «Салават Стекло» уплатила антимонопольный штраф в размере 190 миллионов рублей. Его назначили за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану. Как подчеркнули в ведомстве, «Салават Стекло» входило в группу производителей, занимающую доминирующее положение на рынке. В 2021-2022 годах они установили монополию и установили высокую цену на листовое стекло. Его стоимость выросла более чем на 80% при незначительном изменении себестоимости. При этом иных экономически обоснованных факторов роста в ходе рассмотрения антимонопольных дел ФАС не установил. Законность решения о назначении штрафа поддержали суды трех инстанций. Еще до принятия судебных решений компании разработали проекты торгово-сбытовых политик, направленных на повышение прозрачности ценообразования и взаимодействия с контрагентами, сообщили в Управлении антимонопольной службы по республике.